Детский сад «Белоснежка» на старте переезда. Уже через несколько дней в этом учреждении начнется капитальный ремонт. Но это не смущает педагогов и воспитанников. Учебный процесс никто не отменял. На время ремонта ребята переедут в детский сад «Колокольчик», а в «Белоснежке» приступят к работам. Здесь утеплят и облагородят фасад, благоустроят территорию, заменят системы электроснабжения, отопления и вентиляции. В целом, второй дом для воспитанников преобразится не только снаружи, но и внутри. Мы очень рады, что у нас будет произведен ремонт. Это такая долгожданная наша мечта. Мы, честно говоря, даже не думали никогда о том, что в нашем учреждении когда-то будет капитальный ремонт. Вся образовательная деятельность будет проводиться в соответствии с тем, как и было. Также будут музыкальные занятия, физкультурные занятия. В общем, все будет хорошо. С родителями воспитатели общались в своих чатах, совет учреждения был создан. Воспитанники старшей группы уже мечтают, каким будет их детский сад после ремонта. Я хочу, чтобы был тут новый спортивный зал. Когда пойдет ремонт, я сюда приду в свой красивый садик. Хочу, чтобы была красивая спальня и хорошая площадка. Будет вам и красивая спальня, и лучшая детская игровая площадка. А пока на время ремонтных работ ребят решено переселить. Воспитанники «Светлячка» переедут в детский сад «Непоседы». Мы детей распределим в различные детские садики. Мы все знаем, что с апреля по 1 сентября уже начинается отпускной период. Для севера это есть эта сезонность. И поэтому проблем с тем, что у нас где-то будет вероятность того, что где-то мы не сможем поместить наших детей, абсолютно не будет. Это уже проверено годами. В тесноте да не в обиде точно не скажешь. Новые детские сады, которые примут ребят, просторны. Здесь с комфортом разместятся все воспитанники. Мы из расчета как раз-таки количества вот воспитанников провели анализ воспитанников именно детского сада «Белоснежка», в каком количестве им необходимо предоставить группы. Подготовили 3 группы. Дошколята, воспитатели и родители ждут результат, а он будет и обязательно понравится всем. Елена Канина, Денис Вельков, новости Губкинского.